2014 год, наверное, все помнят, особенно что произошло с Путиным. Для меня выступление было тяжелым, потому что на первый экзамен я пришел и узнал, что нужно сдавать экзамен не за 4 часа, как я прочитал, а за 30 минут. И пришлось потом готовиться к данным, которые заявили. Решил повлиял очень сильно. За время учебы я подготовил сделку воплощения с помощью Ростелекома и с помощью тех связей, которые у меня здесь образовались. Я открыл эту работу 12 лет финансистом в телеком-компании. Сейчас я уже больше полутора лет работаю на собственный бизнес. Сейчас у меня проект очень, я делаю автоматизацию через хорошо развивается, мы подключили много ресторанов уже, и сейчас мы предложили стратегическое партнерство Тинькофф банка. Что еще добавить? Курс, который вы будете учиться, это единомышленники. Это постоянное такое дружеское соперничество внутри коллектива. Вы всегда будете. Это люди, которые есть и гении, действительно, но они помогают вам в тех задачах и курсах, которые будете проходить. Вы научитесь очень командной работе, когда вы реально понимаете, что, допустим, там профессор Кристиан Шойпер вам дает кейс на английском языке на 30 листов, который нужно сделать там за сутки. Реально вы можете только там половину его прочитать, и без командной работы вы не можете выступить. Если вы научитесь распределять задачи, подходить и получать результат, который нужен к вам. Вы научитесь выступать перед аудиторией, перед небольшими, перед большими аудиториями, защищать свои проекты, рассказывать свое мнение. И самое важное для меня это то, что я учился с очень сильными студентами. И это дало мне возможность сейчас смотреть на, даже на западные. На западном MBA, но уже не как MBA, а именно для повышения квалификации в том мире, который сейчас есть. То есть могу добавить то, что я один из тех людей, кто сейчас выиграл поездку в Фортатрэш, и, соответственно, мы туда пойдем. Это, скорее всего, оплачиваем поездку.